Наталья Черновол – многодетная мама в полном смысле этого слова. У нее 25 детей, 4 родных и 21 приемный. Но каждого Наталья любит одинаково. Несмотря на колоссальный опыт воспитания детей, женщина отмечает, с каждым следующим ребенком появляются новые вопросы. И очень сложно предусмотреть, как сложатся отношения с ним. Опыт, он дает, знаете, знание в чем? Как научить ребенка учиться, как научить стирать, как научить себя в чистоте содержать, научить, как кушать, готовить. А все остальное с каждым ребенком все заново, заново, заново. Чтобы узнать больше о воспитании приемных детей, Наталья пришла на презентацию специальной брошюры. Методический материал для родителей и детей подготовили юристы, психологи, уполномоченные по правам ребенка, специалисты профильного министерства и региональной общественной палаты. В пособии много пояснений юридического характера о правах и обязанностях приемных семей, о мерах государственной поддержки. Не всегда на местах четко соблюдают вот те законодательные позиции, которые обязаны выполнить для приемных семей. Не всегда приемные семьи знают о всех своих правах и знают, куда обратиться. Поэтому помощь и сопровождение им очень нужны. Отдельный блок отведен и для психологической поддержки как родителей, так и детей, их подготовки к жизни в замещающей семье. В пособии есть рекомендации и советы по налаживанию связей между взрослыми и ребятами, между родными детьми и теми, кто приходит в семью. Действительно, вот просто очень ценные такие человеческие рекомендации, которые нужно использовать и замещающим родителям, и знать ребятам, которые идут вот в замещающие семьи. Это уже второе издание этой брошюры. Первое было в 2017 году. Тираж пособия – 2000 штук. Раздавать печатный материал будут через органы социальной защиты. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.